Всем здрасте. Ну как здрасте, вечер добрый. У нас тут, ну, 7 часов. Мороз. Минус 2. И мы поехали убирать остатки овса по морозчику. Иначе снег и все, и будет все это хана. Осталось немного. 40 овса, 40 гречки, так что вот как-то так. Пойдем сейчас убирать. Ну, ночь на дворе, будет темно, но что получится, постараюсь снять. Вот такую вот погодку прогнозируют. Она тут почему-то все время меняется. Вроде как ночью снег пойдет. А хотя бункера 4-6 намолотит за день. Что, мы за два круга наберемся? Не знаю. Да. Что-то не бежит ничего, Валерка? Набрали. Я думаю, что у нас ничего не бежит. Там гаечки, колонка. Красиво так идет. Пошло? Ну. Ты убирал так вообще? Наверное, в колхозе убирал, да? Да. Я тебе сидушку, да, сломал вроде? Да, на. Режим самоуничтожения. Нормально, я думаю, в жопу не летит. Нет, нормально. Что ты его до полного будешь добить? Нормально. Ночные зимние люди, да? Там уже пресс приехал. Мы не успели соломки на этого, сейчас он его будет. Вот смотри, он в пузырьке. Да. Он подготовленный. Молодец, Натаха. Ты ее Натаха назвал? Да. А почему? Потому что ее все так зовут. Может, у тебя первая любовь была Натаха? Да не твой я. Матом покрыть, да лучше. Мотивационная штука. Убранная площадь 418 гектар. Ну, нормально. 4 гектара он сейчас убирает. Нормально. 105 часов. Ну. Вроде на пути почти 1000 уже. Заметил? Да. Делать сцепление на КамАЗе. Один нехороший человек взял его и спалил. Просто заехал в лужу и спалил. Ну, я бы его назвал тем же самым названием, как те, кто по пшенице ездит, но он чуть получше будет. Получше это будет человек. Так что вот будем заниматься ремонтом. Так что вот посмотрим, за сколько дней мы это сделаем. Тут товарищи специалисты прогнозируют один день, но я думаю, минимум два. Пока разобрать, пока запчасти, все остальное. Так что вот так вот. Ну, не забываем, что надо там поставить лайк, подписаться. Всю вот эту штуку надо обязательно делать. Налить чаечек, нарезать сальцы. Лучше сальцы, чем колбасы. И приятного вам всем просмотра. Самое главное, вы все там. Специалисты больше, чем мы. Так что пишите комментарии, правильно, неправильно мы все это делаем. Ну ладно, пойдет все. Мне все равно с меня это не до блогера. Этот момент надо как задокументировать. Ну, видео. Видео, да. Снятие коробки с КамАЗа. Короче, так, его надо, чтобы он ровно, да, была она. Чуть-чуть сюда двинь. Ну ты ослабь, ты затянул. Крошик сейчас развяжется, да? Где? Стой. Ничего тут не развяжешь. Да, я знаю. А что ты пугаешь нас? Смотрите внимательно, как идет кабина вниз. А? Как она замечательно идет вниз. Идет, что ли? Ну-ка давай. Жми. Оп. Идет. Оп. Ну а хули сделаешь? Вся не выйдет. Стекла выдавит нам. Ну, конечно, выдавит. А кто за тебя ехать собрался? Давай еще. Еще раз. Все, хорош, все стоп. Сейчас ищи палку там под что подставлять. Но выпили такой брусок с брусины. Вот брусы есть. Но. Выпили стойку. Ты торцани один край, чтобы он ровный был. А вот один ровный. О, вода с КамАЗа сливается. Да. Ну, вообще-то надо было перед ремонтом помыть. Ага. Мойка есть. Ну а я что тебе? Надо было помыть. За день поменяется пример. Менять. У меня коллектора не такие, у меня коллектора вот так идут. Я две гайки подложил под них, поддонкратил, с одной, с другой стороны все, опустил на гайки коллектора. А нельзя было донкратом поддонкратить сейчас вот коробку? Ну так же проще. Сейчас донкратом он полдня будет.
Да. Ну что, я думаю, а я так, просто, вот, чтобы кабина целая была. Это что такое вот? Крышечка. А зачем у Лёхи? Это просто... Чтобы масло, нахуй, вода туда, грязь не попадала. Потому что крышечки нету, а это новая крышечка, евровская. Евровская, да? Да. Нормально выглядит, камера же. Красавчик, да? Нормально. Как колхозник. Как колхозник, да? Она утоплена туда. Какая? И вот, вот, вот ухо. Оно это понятно. И там ухо. Оно утоплено, видишь? Ты это не снимешь, пока не поддомкратишь. Ты коробку никак не снимешь. Ну, мы уже поддомкратили. А сейчас, да, надо, чтобы не упало все назад. Нет. Сейчас надо, чтобы он вот так и стоял всегда, когда коробку снимешь. Да. Ты в самый край, Леха, ее. Вот сюда, к коробке. Сколько можно, в самый край. Короче, если коробка упадет, то да, все. Да. А как она упадет? Она не упадет. Она прикручена, да? Он же, я же ему и сказал, ты вообще ничего не откручивай. Потом сначала, потом мы приопустим ее, угу. Ну, когда трос перецепим, приопустим. Сначала низ въебет весь. И вот тут, вот этот, например, вот этот болт оставит, все остальные все открутят. А потом мы натянем натяг, и эти два болта, и все, и она. Сама? Сама. Она будет тянуть вот так, и она сама туда выйдет. О, поднимается. Алекс. Леха, Леха. Ну-ка, ну-ка. Еще давай чуть. Все, 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 все. Ну-ка, подожди. Ну давай, давай дальше. Еще. А вы в поддон, да? Ну. Ну а больше некуда. Ну, кабину загнули, сейчас поддон. Дальше что? Начинаем снизу, да? Конечно, обязательно. Обязательно. Так, а что? Потом как коробку снимать и снизу откручивать? Ты что? Как я туда не полезу, нахуй? У нас Леха есть. Такая Леху прибьет. Он же великий экспериментатор. У него же фраза. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я думаю, водила безответственно на нем ездил просто и все. На одном балконе снизу, нахуй. Коробка? Да. Как на одном? Потому что я больше не вижу, нахуй. Леха, ты смотри, там есть болты и с другой стороны есть. Да я и смотрю, но их нету. Должны быть. Вот тут где ПГУ должны быть. А где ПГУ? Вот. Ты его положи ПГУ вот сюда, чтобы оно не мешалось куда-нибудь. Вообще. Ну это где не... Из-за угла крутить. Да, да, где подлазить. Знаешь, есть вот из-за угла оружие стрелять, а это из-за угла ключ. Все, отводи. Отводи. Ну а ты как думаешь? Так, вдруг чуть брус не сломала. Да нет. С двигателем поднимали, если. А это куда назад? Все. Вот так, ну. Чтобы сразу туда ее, к заднему мосту улетела она. Откручивай, откручивай. Сейчас все как рухнет. Да ничего там не рухнет. Рухнет, рухнет. Пока вал не выйдет, ничего там не рухнет. Как 150-ки вал идет. По его на технологии делали, а вдруг косяк был, допустим. Не переживай. В технологическом плане. Тут же смета чертилась, что как делаться будет. Два дня на согласование. Математические расчеты. Тут все, тут что, тут технология. Это ничего страшного. Она не выйдет, ей не даст вантолапа. Какая лапа? А вот это вот вышло. Так сейчас монтажка, сейчас он открутит. А ты говорил без монтажки. Я ничего не говорил, ты не говори. Ты сказал чик-чик, она пюху назад. Сейчас чик-чик, пюху назад. Не идет, да, походу? Он спереди 100%. 100% не прикручен. Там горе водитель на нем. Что там, Лех? Ну-ка, пошевели. Сейчас, подожди. Стартер можешь держать? Ого. Потому что тут не поймешь, она идет с двигателем запастой. Вот до куда надо было поднять. Так, конечно, она на изломы не идет. Вот тут. Что-то они стерты очень сильно. Так они горели огнем. Угу. Вот она и не выходит. Вот он один болт. Вон там. Видишь, она даже эта сторона не идет. Он его не достал. Он его не до конца открутил. Он его открутил, но не до конца. Значит, что? Видишь, какая вонь пошла оттуда. Ты не чувствуешь? Вот так вот мы снимаем коробку. А это еще потом еще сцепление снять. Ой, корзину, диск. Еще покупать все это ехать. Ой, ужас. 20 минут и сняли. Ну, уже пленка на камере закончилась. Это болт этот не дает. Ее надо коробку крутануть. Надо. Вышел болт? Да. Заржавел пятак от обильной смазки. Скорость включи, чтобы не проворачивался. У тебя никакого не было?
тут болт, видишь, вот. Дай-ка. Сейчас эту, наверное, вытащишь, она, вот, вы... вот, а как, она пот... выпадет. А как потом клапана регулировать? Ну вот как? Вот так вот, Федечка. Они ж для чего вот эти дыры? Чтобы проворачивать снизу. Так, когда диски, клапана я что-то там говорил, запоминать. Не-не, вытаскивай корзину. Корзину вытаскивай. Ну нормально еще, что ходил. Запомни, вот этой длинной стоял кузов. Ну это понятно. Вот так. Ну ты сюда его ложь. У него, смотрите, он же хороший. Ну, хороший диск. Ведь его нет на клепа. Так это, ну, это железо. Это Феридон. Ну. Ну-ка, сейчас. Он новый. Конечно, его просто это проварить, кипит. Стали доли, все. Ну, подумаешь, не шприцевался ни разу. Ты носишь, что ли? Ну, за водой летают. Не-не-не, желтенькие они все. Одуванчик. Одуванчик. Ну, вон они, желтые, бошки. А вон, смотри, это скрепка, блядь. Вон, одуванчик светет. Вон, у Ваньки на поле спорцет зацвел. У шефа, да, Ваньки. Пчела Вася 1-0 пользовалась, я ее вальнул. Да? Да, на изи. Ты должен быть, брату. Это не его навела. И Ларсон, и Понсо спас. Ой. Ну, дуры. Ларсон хуже, ну Понсо, блядь. Чуть-чуть не додавили, чуть-чуть. Ты видал там, что Урунов творил? Гол-то Урунов привез. Его у него, он повелся в центре. Так, а ты слышал, что Аршавин сказал на предматче? Не. Я, говорит, рад, что... Ну, не я рад, но хорошо, что у Спартака состоит Урунов. Он водится с мячом. Будет за незнакомца, и это нам будет на руку. Ну? Так и вышло. Так Урунов это просто мертвец. Его взяли, я не знаю, для чего его взяли. Перепродать его и забыть. Откуда он? С Уфы вместе с Газизовым этим. Или как он? А что там Маслов? Ты видал, как Маслов отыграл? Не как Маслов. Не как Маслов, да. Ты все-таки себя тешишь, что даже в тройке будет. Я не говорю уже о чемпионстве. Мы чемпионами будем, ты что? Да. Чемпионами первый, второй, восьмерка. Да? А Леся все искосил, да? Да. Не, ну понятное дело, что комбайн, ну все, ну еще надо комбайнера шугать. Не, он нормально, сейчас он клапана регулирует и едут. Забись. Вот это. Вот это. Он пустой, все нормально. Пустой? Он пустой, да. Вот это, ну вот это я думал, контент сейчас будет. Камеру увеличиваем. Да, давай. Ну, под контролем. Сейчас вас... Были бы без масок и без перчаток, я бы на вас посмотрел, как у вас было под контролем. Это что, пчелопакет, в котором дохлая маска? Нет, слабый. А они трутни уже выгнали, не? А вот, походу, вон, вон они завалили, вон он лежит. Знаешь, паскуды. Самки богомола, блин. Вот так вот. Занимаемся работой. Новый уже мной. Дисочки новые. Правда, не оригинальные, но ничего. Сейчас будет. Ух, как новых. Ё-моё, а эту? Пятак надо было новый? Нет. Он нормальный, да? Что вы тут? Сюда. Ну-ка, давай попробуй еще сюда. А вы это выкрутили, выровняли? Ну, о, что-то он как-то по-другому даже стоит. Кто? С новыми дисками. Кто? Кольцо. Пятак? Ну. Так... Там было отрегулировано под те диски, как они сточены были, этого же никто не знает. А сейчас регулируете под это? Под новые диски. Вася, посмотри вот так вот, вот встань, где я стою. Я вижу. Ровно стоит? Нет, не ровно. А какой край надо куда топить? Или... О, вот этот вниз утопленный, вовнутро утопленный. Вот этот? Да. Значит, мы лишка вот этот крутанули, затягиваем назад. Ну, назад. Еще надо. А у вас нету никакого стеклышка? Что-нибудь ровненько. Уровень надо. Уровень? Давай, давай, я тебе уровень сейчас дам. Не веришь? Двухметровый, да? Ну, в телефоне? В телефоне же есть уровень. Лёха, не по уровню. Ну, там 1-2. О, 0. Пойдет. Товарищ, он даже с уровнем, нахуй. Все как серьезно, блядь. Да, ты дал? Ну, побарился с сцеплением уже. Крышечка навьёт, да, сейчас, бля? Ну, почти новый КамАЗ. Да. Новые диски сцепления. Вот эти купить?
под фильтра новую полностью, вот эту вот так вот. Тебе зачем? Все равно ездить, и тебе ездить нельзя. Ну да, это не мне, кто будет ездить, например. А ты хочешь новые поставить, да? Да. Ответственный механик. Желанием горит. Ну, это надо впечатлить. Одного болта не будет. Нормально, да, это? Да. И как называется? Да и так сойдет. Вот этот лом, одной рукой телефон держи, одной лом. Ну, чтоб она туда, вот, чтобы да, вот так. Туда не убирался. Да, чтоб она уходила туда. Да, но туда, сейчас. В ту сторону. Понимаешь? Выше понял? Поднимешь. А я буду поднимать. Давай, Леха, что давай, я руку поменяю. Ты с дури не тяни. Да не тяну, давай поднимай. Ну, Леха, все, ты там смотри, давай. Вот, Олик, убирай. Тихо, 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 аккуратно. Там провода не задает лапа, не подыбит. Ничего. Тут трубка что-то начинает. Опа. Так. Сто. Надо. Кардан крутануть. Глянец крутить. Крутануть надо, ну. Ты, Леха, только под коробку не лезь. Вот с этой. Вот это, Лех. Подожди, Лех, стой. Не крути. Надо. Она еще не влезла. Но. Надо зад приподнять. Попробуй зад приподними. Ломом надо. Ломом маленьким. Не, на длинным лучше, чтобы рычаг был больше. Так. Ой, дал, приподнялась. Этот кран пидор, сука. Так она, Лёха, она вот так криво стоит, ёбаный. Ну, сейчас он ее хочет пропихнуть, а потом развернуть. Маленько так, как ты там пропихнешь? Не хватает, надо еще, Лёх. Лёх, стой! Ну, давай подожди, не-не-не, стой, подожди. Ставлю сейчас я эту хуйню. Какую хуйню? Мы опускаем. И опять перецепляемся. А, я понял, что хочет. Все. Давай. Еще наперед, чтобы нашла, да? Да. Я опускаю. Так, тихо, тихо. Ты ее еще вперед, чтобы она тянула ее вперед. Да, да, да. Снимаем на телефон, потому что Вася молодец. Забыл флешку. Ноутбук, красава, я лучше. Леха, ты в курсе, что в комментариях напишут? Потому что надо было сначала помыть, потом собирать. Ну, вот, давай. Давай, Лёх, вот тоже были, да? Тоже его вставляй. О, ну тут всё-то осталось, делов-то. Всё, коробка на месте уже, всё. Всё, сейчас она притянется. Сейчас осталось. Верха. Чего завести и прокатиться? Затянешь верха. Всё, Лёха, всё наоборот. Чё наоборот? Когда откручивали снизу, а закручиваем наоборот, ну, сверху. А колесо мы будем сегодня бортировать. Ну что ты что? А что там бортировать? Оно там само разбортировало. Я в курсе. А что мы покрышки-то у меня не взяли? Одна покрышка. Покрышка есть. И вот такие один в один покрышки. А ты какой привез? А я шашку дал. Поебать. А это лапка. Будем у Нарда играть. Ну чем ты думал? Так, Вася, нифига себе, чем ты думал? Чем ты думал? Кто начальник, ты или я? Ну, это понятно, но а ты чем думал, когда грузил? Кого грузил? А то у него запаска висела. У меня же запаска висела, я ее скинул, говорю, Леха, заберешь. А, ты Лехе подгон такой. Это еще когда я на своем ездил. Поедет автомобиль. Сегодня еще запчасти, трубочку надо было, но это херня. Так что, вон, товарищи хейтеры подошли, да? Ведь знаешь, как этих людей называют? Это хейтеры. Вот, ну они подошли и всякую гадость говорят, что мы неправильно собираем, вот-вот. Не это дело, это хейтеры. Почему? Главное, чтоб собирали, а как? Это уже не это. Пусть уже не покажут, как правильно. Да. Леха, дай ключи. Дай ключ, товарищу хейтеру.